Блокирование военных объектов на территории Крыма продолжается. На полуострову высаживаются российские военные. К Феодосии причалил десантный корабль «Зубр». Что больше о том, что происходит в Крыму, узнаем у корреспондента событий Андрея Кузакова. Он на прямой связи со студией. Андрей, какова ситуация, что происходит? Евгений, мы сейчас находимся в Евпатории возле одной из воинских частей зенитно-ракетного полка. Сегодня сюда приехали вооруженные люди и взяли его под контроль. Вот сейчас мы пытаемся подойти ближе. Вот, собственно, нас сюда не пускают, просят уйти с территории и покинуть часть. Расскажу о том, что сегодня еще днем приехал грузовик, заехал на территорию части. А, кстати, обратите внимание, выкладка, все военные в российской форме, вооруженные люди. Приехали на территорию части сегодня днем. Сказали, что берут под контроль эту часть, предупредили украинских военных, если они будут сопротивляться, то будут применяться оружие. Также скажу, что эта часть, она прикрывает воздушное пространство одной из военно-морских баз. Здесь по-прежнему находятся наши военные, командование этой части, оно закрылось в бункере. И сейчас находится там. Спросить у военных в российской форме, что они здесь делают, они не отвечают. Предлагаю послушать прямую речь. Ничего страшного не происходит, поверьте. Никаких комментариев, ничего. Все. Ближе 20 метров к заполу нельзя. Также скажу о том, что такая же ситуация произошла сегодня возле Феодосии на аэродроме Кировского. Правда, людей там было намного больше, около 350 человек с автоматическим оружием, а также 6 бронированных машин «Тигр» с пулеметами заехали на территорию части. Изначально ее обороняли около 60 человек украинских морских пехотинцев, но было принято решение, они покинули часть после вторжения военных, они разбили командный пункт и всю аппаратуру, которая там находилась. Поэтому в данное время аэродром Кировский не может принимать летательные аппараты, чтобы они садились на той взлетной полосе. Какие комментарии из Киева? Спрашивали наших военных, что говорят в Киеве, какие дают директивы, как реагировать на подобные действия. Собственно, послушайте, что нам ответили военные. Мы же понимаем, что при применении оружия будет ответно, и все этого ждут. Все этого ждут. Поэтому, на мой взгляд, я поступил правильно, сделали выдержку. Нету ни раненых, ни искалеченных. Кроме стыда за себя, за всех, за нападавших, за политиков, которые довели до этого. Размазали военных, дальше некуда. Та же ситуация на аэродроме, аэропорте Бельбек. Туда приехали военные, которые оцепили еще с позавчерашней ночи. Но сегодня они поставили украинским военным ультиматум. Либо вы принимаете присягу на верность России, либо покидаете часть. Военные, информации о том, какое решение приняли военные, нет. Но как бы мы были свидетелями того, как вывозили оттуда вещи, также документы. И военные покидали территорию этой части. По поводу обстановки, которая сейчас в Крыму, относительно зенитно-ракетных комплексов, около 60% уже полностью заблокированы российскими войсками или военными в российской форме, тяжело сказать, потому что все без опознавательных знаков. Что касается частей береговой обороны, они также практически все на 80% оцеплены военными. Это тоже касается внутренних войск. То же самое с внутренними войсками, которые берут в кольцо. Еще добавлю, что военные спрашивают по поводу директив из Киева. Военные говорят, что никаких директив нет. Все готовятся к обороне, занимают на частях круговую оборону, ждут указаний. Евгений. Спасибо. Андрей Кузаков с новостями из Крыма.